Всем привет, с вами Алина Лисеренко и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как можно прекрасно украсить бампер заднюю панель телефона. Для этого нам понадобится флеш-тату, который приклеивают с помощью воды. Выбираете тот рисунок, который вам нравится. Емкость с водой. Салфетка. Ватная палочка и сам бампер телефона. Я уже сняла заднюю панель для удобства. И теперь вырезаю тот рисунок, который мне нужен. Располагаю так, как мне нравится. И теперь снимаю защитную пленку. И приклеиваю. Вот так. Теперь мочу ватную палочку в воду, чтобы не капало. И вот так вот аккуратненько увлажняю наш рисунок. И вот такой вот прекрасный рисунок у нас получился. Если у вас возникают вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока!